Доброе утречко! Очень сложно понять, что вы увидите, потому что у меня сейчас изображение перевернутое. Как все это будет выглядеть, перевернется или нет, не знаю, поэтому очень коротко о планах. Уже обеденное время, жду своих любимых подруг и хочу их прогулять и вместе с ними прогуляться в ботанический сад. Там якобы какая-то небольшая ярмарка, ну и просто немножко погода. Природа, снег, на улице очень красиво, прямо очень по-зимнему, хотя там где-то 0 градусов, наверное, всего лишь. Так что идем гулять. Вот такая вот красота. Снег валит, начиная с утра. Совершенно он не хочет читать прогнозы, он решил жить своей жизнью. Мы как снегурки по заснеженной аллее идем на рынок. Идем на рынок. Света снегурка. Да, ёлочку повесить. Только 2 евро. Очень красиво. Да. Очень красиво. Паркукас. И паркукас. Домики самые разные. Все смешные тоже. Ёлочки. Такая ёлочка тоже. Котик на следующий год. Кошелёчек, да. А, это для очков, да? Или для ключей. Прям заснежено все так. Куда нам? И спрятаться некуда. Некуда. Некуда спрятаться нам. Чуть-чуть пройдемся еще. Посмотрим, но снег сыпет беспрерывно. Ой, там красивые фонарики, можно зайти посмотреть. Телененок под снегом. Там выставка каких-то светящихся фонариков. Так красиво смотрится. Так, если что-то будет видно. Какие, не знаю, по-моему, из бумаги сделанные. Кажется, из бумаги и с цветами. Но это так классно смотрится. У них такой теплый-теплый свет. Потрясающе. Уютный такой, домашний. Очень красивые светильники. Просто нереально красиво. Даже с колосками пшеницы сделано. Вот так и будем выглядывать на заснеженный ботанический сквозь большие окна. Красиво. Просто чудесно, волшебно и сказочно. Я тоже так, Света, говорите подписчикам, когда вы к себе пригласите в гости, они Ой, все спрашивают. Мне уже даже стыдно это говорить.
Но у меня другого выхода нет, я скоро уезжаю, так да. что вот на следующей неделе я должна созреть. Да, вот. Будем ждать созревания. Последний раз вру. Да. Так что ждем приглашения в гости. Так, что-то мы быстро из сада ушли, потому что решили зайти в наше любимое кафе. И сейчас Света там выбирает. А я уже выбрала. Ну вот, наименее вредный вариант, тирамису. Хотя, конечно, надо было бы удержаться, но что-то мы там подмерзли немножко. Нос течет, ромашковый чай, черного нету. Ну, тоже хорошо. Так, Света сегодня кутит. Пирожок и любимая Павлова. Красивая пироженка. Да, мы тут с посудкой всякой разной. Да, все промокло. Вот. Да, все промокло. Сейчас мы тут посмотрим. Это Олегу. Да, стаканчик. Клино для есть. Чего, напомните? У нас кофе или холодный кофе со сливками. Угу. Стакана два. Ага. Это я дам. Так, что у нас там еще есть интересненькое? Вот это МЗ, это Чехословакия, это фирма уже практически нету. Это у нас сливочники. Это австриец вообще у этот, который организовал. Ой, ты смотри, как покрасилась об этом. Бумагу. Ничего, я это думаю, что отмоется. Чехословацкая тоже хорошая. Угу. Такие молочные. Ирис, да? Ну, что-то, да, похожее на ирис. Да. На ирис. Ты посмотри, как они покрасились. Да, да, ничего, это потом отмоется. Так. А это у нас что? Это Зеф. Шерцер. Зех Шерцер тоже мало его. Очень красивый бордюр. Вот так, может, не видно, но очень такие какие-то вот эти узелки тут. И он такой вот нежный, ну, очень хорошенький. Такие новые молочнички. Сливочники будут пополнение. Это я тебе так просто забыла в прошлый раз. Это хрустальный мишка. Это там есть Верочка Хрусталь. А, какая мишка. У меня как раз есть стеклянный домик. Будет сидеть рядом со стеклянным домиком на подоконнике. Салфетки. А нету здесь салфетки никакой. Ужас. Это так просто тоже. Ты знаешь, что я думаю? Что? Я думаю, что налить водички и поставить возле себя, чтобы легче дышало. Это маленькая изящная вазочка. Это как вот освежитель. Не освежитель, а когда увлажнитель маленький на стол. Угу. За окошком темнеет, поэтому такие съемки не очень светлые у нас. Ну, ничего, как есть. Ну вот, такой сегодня денечек, уже разошлись, уже 4 часа, темнеет, ботанический еще открыт, но уже, наверное, тоже все собираются. Вот так вот, снег до сих пор идет. Я насквозь промокла, какая-то неправильная у меня зимняя куртка. Ой. Если завтра будет такой снег, то я не знаю, будет ли барахолка. Потому что вряд ли захотят продавцы стоять под таким мокрым снегом. Ну что ж, будем надеяться. И тогда прощаюсь с вами до завтра. Вот такие приятные огонечки около подъезда.